Добрый день, дорогие зрители канала «Садовый мир». Мы снова в гостях у компании «Сидек». Проходя по угодьям сортоиспытательного участка, мы не могли пройти мимо участка с бахчевыми культурами. Настоящая королева осени. Карета для Золушки. Много эпитетов можно подобрать. И это тыква. Это тыква, вы правильно догадались. Сейчас осень, и самая пора про нее рассказать подробнее. Тем более, она сейчас во всей красе. Я сейчас такие тут экземпляры увидала. Поподробнее рассказать и показать нам поможет главный агроном Анатолий Иванович Осихов. Мы вам предоставляем слово. Начнем с каких мы тыквочек? Ну что, да, уважаемые коллеги, давайте я представлюсь. Анатолий Иванович, главный агроном компании. Я опять с вами. Мне очень приятно, что вы у нас на полях находитесь. Ну и небольшая классификация. То есть тыковочки делятся на твердокорые, крупноплодные, мускатные формы, декоративные. Уважаемые друзья, мы находимся сейчас именно на крупноплодных формах. Конечно, они всегда удивляют, они всегда поражают. Но что хочу сказать о тыкве. Тыква культура неприхотливая. В домашних условиях ей не надо выбирать такие прям плодотворные грядки и прям ее размещать где-то на первом плане. Скорее всего, что ее нужно в домашних условиях размещать где-то чуточку поодаль. На компостную кучу можно закрыть, чтобы какие-то, да, задекорировать, и она потом раскинет свои плети, даст вот такие крупные плоды. Но говоря о тыкве, о ее полезных свойствах, то можно говорить очень много. Особенно, конечно, содержание бета-каротина, который превосходит даже морковь по содержанию бета-каротина. Естественно, содержание, а семечки тыквенные, они до такой степени полезны. Там и селен, там много всех полезных веществ. Самое главное, они обладают антипаразитарным свойством. Да. Мягким. Это не медикаментозный препарат, который можно давать даже маленьким детям. Да. Тыква является ценным источником и компонентом диетического питания для любых возрастных категорий. Все верно вы сказали. И на постном столе будет самым незаменимым компонентом. Вот. А именно масло тыквенных, да, масло тыквенных, да, она, естественно, полезна для мужчин в большей степени. Вот. Так что о полезности будет только сейчас, мы очень много чего наговорили. И, уважаемые друзья, компания «Сидек» обладает большим, огромным ассортиментом. И вот мы сейчас находимся, еще раз повторюсь, на крупноплодных сортах, такие как «Бигмунд», «Желтый из Парижа», друзья, а перед нами, вот он, хит сезона, «Розовый банан». Давайте я вот передам микрофон и его подыму и покажу, чтобы его было видно в прямом эфире. Я уже боюсь, поскольку он огромный, вам помочь? Во, оторвали, и вы посмотрите, он настоящая оторвался. Дубина. Друзья, значит, он вырастает до 1 метра, корочка у него средняя плотности, мякоть оранжевая, срок созревания средний, 110-115 дней, но тем не менее он хорошо хранится до мая месяца, вкусовые качества изумительные, оранжевая мякоть, так что, друзья, вот таким плодом можно накормить семью в течение долгих зимних месяцев. Анатолий Иванович, мы переместились немножко в сторону, по бахче, запнулись вот об эту гигантскую тыкву. Это что за такая карета для Золушки? Ну, размер, наверное, я думаю, не меньше 20 килограмм уже. Уважаемые друзья, я почему остановился на крупноплодных тыквах? Они, конечно, поражают своим величием, потому что вот этот сорт Бигмунд, он может быть, вот как вы сказали, мы сейчас сидим возле экземпляра, если его поднять, то он визуально смотрится так, а так как минимум 30 килограмм в нем будет уже сейчас. Отдельные экземпляры могут достигать до 80 килограмм. Вот вы представьте себе вот такое... При съеме плодов берегите спину, используйте садовые тележки. Так точно. Уважаемые друзья, во-первых, тыква, вы знаете, во-первых, эта культура длинноплетистая, и в промышленном производстве междурядье делают для размаха, ее оставляют как минимум 4 метра, да, и расстояние между тыквами нужно сажать не менее метра, да, потому что они, да, нужно им волю, и нужно немножко дать им и изоляцию такую, чтобы вот такой нарастил, вырос
раз листовой аппарат. Но вот дома вы тоже можете использовать, еще раз говорю, тот же заднюю часть огорода, тот же забор, чтобы он мог ее окутать. Во всех неудобьях посадить ее. Посадить. Ну вот под такие, конечно, нужны сетки, чтобы удержали ее, если вдруг вы хотите ее повесить на забор. Друзья, значит, мы еще раз сказали, что они среднеплодные, среднего срока созревания 115-120 дней, в хороших вкусовых качеств, внутри оранжевые, мякоть имеет очень хорошие вкусовые качества. Ну и вот вы хотели меня дополнить по их питательным свойствам. Да, я хотела сказать, что многие наши зрители скажут: боже мой, да куда такие тыквы выращивать? Они просто огромные, с ними одна забота. Но вы подумайте, из одной такой тыквы единовременно сколько килограмм вы получите готового продукта? Вы ее вскрыли. На свою семью вы сразу можете сделать массу цукатов, пюре, которое закатаете и можете, например, раз в два года, в два сезона вырастить вот эту вот красавицу, наделать тыквенных заготовок, которые стоят 2-3 года, и следующие сезоны выращивать исключительно порционные тыквы, как говорится, для души, для красоты, а вот эту рабочую лошадку использовать, например, для производства соков. Соки так волшебные. Так. Распарили ее с добавлением водички в пюре, разбили блендером, толкушкой через сито, неважно, используйте любые подручные средства. Добавили по вкусу сок, например, тех же цитрусовых, натуральный, так либо точно, немножечко лимонной кислоты. Яблочный сок, сейчас свал яблок, яблочный год, делайте яблочно-тыквенный сок. Виноградный можно добавить. То есть все, что есть под рукой, используйте. Значит, я хочу сказать, вот сейчас столько было наговорено, что я еще больше влюбился в эту культуру, несмотря на то, что я долгие годы уже работаю с бахчевыми, с тыквой, и разнообразие компании Сидек очень велико. Еще раз повторю, что, наверное, вы посмотрите наш каталог и в своем уже блоке озвучите сорта наших крупноплодных тыкв компании Сидек. Мы сегодня посмотрели розовый банан, Биг Мун, еще раз. Желтый из Парижа, 100-фунтовая. Так что тут много еще того, что именно может поразить и внешний, и глаз, ну и, естественно, богатый. Сколько семечек можно собрать? Естественно, естественно. Так что мы можем много-много чего говорить полезного о тыкве. Уважаемые друзья, приобретайте семена компании Сидек и вот получайте вот такие баснословные высокие урожаи. Щедрые, по-настоящему королевские, я бы сказала, потому что результат говорит сам за себя. Вот он налицо. Посмотрите, какие красавицы вырастают под открытым небом в Подмосковье. Желаем вам таких же щедрых результатов.